Друзья, всем привет! С вами Екатерина. Я сегодня к вам с очередным обзором, но это не Greenway, как у меня обычно бывает, ну, потому что я там сама, да, работаю, сотрудничаю с компанией. А здесь я еще решила параллельно делиться, ну, кому-то, может быть, будет полезно, теми покупочками, которые я делаю, которые считаю достойны внимания. В общем, смотрите, что я тут приобрела на Озоне. Это подставочка для чайных напиточков. За Greenway я, кстати, сейчас тоже замешаю, потому что именно наши чайные пакетики послужили тем, что у меня возникло такое желание приобрести такую подставочку. Смотрите, какая красота. Из дерева. Можно будет разложить все наши чаечки, потому что они у нас... Сразу покажу. Они у меня вот так вот все стоят, замиксованные. В коробочке просто одного из чаев. И здесь вот у меня миксы. А можно будет их вот так вот сделать. Смотрите как. Так, видно? Нет, что-то я на камеру не вижу. У меня закрыта штативом камера. То есть, например, сюда один чай, сюда другой. Смотрите, как это все будет стильненько, красиво. Не рваться, я периодически меняю коробки, но все же, да, что это будет вот так красиво, стильненько стоять, а что в такой коробке. И здесь, между прочим, больше умещается, ой, сейчас вот точно не скажу, на 50, что ли, пакетиков, или, по-моему, на 52 ли пакетика, как-то так, а здесь 38 вообще идет, ну, у меня тут больше, конечно, то есть вот так вот, например, это можно сделать. Ну, я тут еще добавлю. У меня больше вкусов. Я их сюда куда-нибудь тоже помещу. Вот. А еще комплиментик положили. Положили вот такой комплиментик. Смотрите. Написано для вас комплимент от нашей семейной мастерской. Держатель для смартфона. Будем благодарны за вас в нашей продукции. Ну, это так, это другое. Вот, и здесь что у нас? Тут не только держатель, кстати говоря, вот такая еще интересная. Из Сибири с любовью. Смотрите, как симпатично, да? Можно прям куда-то повесить, как брелочек сделать. Потом еще вот такая птичечка. Для меня это как знак мира. Не знаю, может быть, сюда куда-то можно приклеить. Ну, что-то с ней сообразить, с этой птичечкой. И вот держатель для телефона. Ну, как здесь вот показано в инструкции. Вот так можно сделать. Поставить сюда телефон. И пить чай, смотреть что-нибудь. Какое-нибудь видео на YouTube. В общем, вот так. Интересная такая штучка. Мне понравилась. Если вам понравится... Тоже, то пишите в комментариях.